Что? Назад дороги нет, Элис. И никогда не было. Покончим с этим. Опять эти метки. Заперто. Заперто, где-то должен быть ключ. Раковине, да? Наверху, наверное. Что за... Как я оказался здесь? Да. Ой, ты... Что за... Что-то новенькое, свет. Я его только разозлил. Давай, работай. Понадобится, значит. Заливает. Спиной лучше присяду.
Ну-ка. Сработал. Питер. Какого? Здравствуй, это должно быть Элис. А я шериф Леннинг. Можешь звать меня Эммет. Элис, для тебя это новый этаж. Ты ощущаешь силу. В твоей ладони целая жизнь. Трогаешь ветки, как будто это их кости. Давишь на них, ломаешь позвоночники. Она наблюдает, подбираешь их, и она не позволит положить их обратно. А ее шепот становится приятнее каждый раз, когда ты сжимаешь кулак. Про ведьму. Нужно время, чтобы привыкнуть, но все получится. Что сделано, то сделано. Нет смысла думать о прошлом. Это твой шанс сделать что-то хорошее, Элис. Не упусти его. Что там, Вашингтон? Успокойтесь. Счастливого финала не будет. Это для нее. Это для нее. Это для меня слишком. Я больше не могу. Не позволю тебе утащить меня с собой. Если мы смс отправим. Нельзя, да? Я больше не люблю. Фоток нету. Это закрыто.
Сколько лет прошло? 4 года. Люблю покой. Свет. Ты меня кто-нибудь слышит? Включи свет. Что? Фары, включай. Сам с тобой разговариваю. Это какая-то зацикленность. Зачем ты это снимаешь? Зачем ты это снимаешь? Шериф. Давай. Не смотри. Ты хороший человек, Алис? Хватит нас? Нет сигнала. Не смотри, посмотришь, умрешь. Как ты представляешь свое будущее? Не смотри. Так, свет его будет. Быть начеку осторожнее. Коста, другого пути нет, придется пограться мимо. Он нападает, когда я на него смотрю.
кровь. Много крови. Медвежонок. Не знаю, куда идем, но куда-то идем. У нас ограбление. Продуктовый магазин на Бруклинский Роуд. Опять эти дети? Да, наверное. Элис, что ты тут делаешь? Тихо. Нездравая херня. Адам. А ты меня слышишь? Прием, Адам. Я помню. Где-то был Адам. Или нет? Артур. Нету Адама? Почему нету Адама? Пацан, не надо меня пугать. Опа. Счастливчик. 24 часа. Элис, ответь. Разочаровал. Все такое. Ты был неквалифицирован. Теперь это. Элисон, ты? Ты там, псих? Вот дерьмо. Что-то произошло. Местный подросток, предположительно,
причастный к ограблению продуктового магазина, был подстрелен офицером. Подразделение доставило в ближайшую больницу в критическом состоянии. Местные власти подтверждают, что подозреваемый был безоружен. Безоружен. То есть, ты стрельнул, боясь? Трампа, транспортник. Или кто? Брат, ты ничего здесь. Полиция. Я во всем виноват. Здесь все началось, да? Я уже видел эту комнату. А вот и он, наш красавчик. Эй, Марлин, неужели ты подпортил свою мордашку? Какая девочка тебя теперь захочет? Твоей жене. И тихо, он идет. Тьфу, опять он. Сэр? Сэр? Долбанный мясник. Сэр? Сэр? Бля. Жесть какая-то. Алан Палмер. Фокстрот 1. Боевые действия, все такое. Оли Марли. Ё-моё, ну что ты делаешь? Кит Форс.
Эшли Элвуд. Ну, он солдат. Сильвестр Эшли. Оливер. Роско. Оливия. Предварительный результат расследования хода операции, статус цели не достигнут. Заключение. В связи с ошибкой, совершенной во время разведки, сила противника получила информацию о расположении у наших войск. Бездарность. Идиот. Убийца. Что позволит им нанести внезапный бойцу убитые в бою? Алан Пармел, Эш Элвуд, Роско Хевер, Оливер Мартин, Сильвестр Бой, Хит Форест. Убийца. Скримак пропустил. Давай. Не, ну нафиг. Давай. Иди нафиг. Не хочу стрелять, это наверное как пулемет. Та пила. Seems familiar somehow. Выглядит знакомо, да. Одно сообщение. Он здесь. Твоя тень.